Всем привет, с вами Эми Стар. И сегодня будет вопрос-ответ впервые на моем канале. Так, кому интересно, все вопросы приходили мне на Ask.fm. Хотя я не так давно создала свой канал, но мне уже от вас приходят какие-то вопросы, и мне очень приятно. Итак, первый вопрос. Любишь делать селфи? Да, я люблю делать селфи, но делаю их не так часто. Следующий вопрос. Как правильно фотографировать? На самом деле, я не профессиональный фотограф, да, я вообще не фотограф, но это не важно. Как правильно фотографироваться, профессиональных советов я дать не могу, увы. Но могу дать пару советов, и одним из таких может быть. Некоторые делают снимки вот так вот снизу, визуально получается второй подбородок. Следующий вопрос. Сколько лет ты учишься в музыкальной школе? Учусь в музыкальной школе 6 лет. Привет, Аня. Я тоже начинающий видеоблогер. Как осмелиться выложить первое видео? На самом деле, я как-то и не боялась выкладывать свое первое видео. Это было просто видео с концерта. Мне кажется, если ты просто хочешь точно заниматься видеоблогингом и вообще снимать видео, то тебе не должно быть страшно. Смысл бояться. Если ты это сделаешь, тебе будет дальше намного проще. Вопросов по поводу того, как выложить первое видео, идею для первого видео, было довольно-таки много. Если вы хотите, я могу сделать отдельное видео на тему, как выложить это первое видео и какую тему взять. Поэтому ставьте лайки, если вы хотите, чтобы я выложила такое видео, и пишите в комментариях. Вот этот вопрос очень странный. Что делать, если единорог потеряет свой рог? Скотч, клей. Это лучший из лучших вариантов, которые я вообще могла придумать. И последний на сегодня вопрос. У тебя есть Инстаграм? Да, у меня есть Инстаграм. И ссылку на него вы можете найти внизу в описании под этим видео. Поэтому подписывайтесь, мне будет очень приятно. И ссылки на другие соцсети тоже будут в описании под этим видео. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал. До встречи в следующем видео. Всем пока!